Привет всем. Еще неделя не прошла. Тот был случай в пятницу на прошлой неделе. Сейчас среда, 27 марта. Рига, улица Круспилс, 38, по-моему. 38, да. Короче, поворот на граниту. Я копал здесь площадку. Здесь хотят стоянку типа сделать или склад с каким-то. Площадку щебеночную. Вот, между прочим, я так понимаю, вместе с взрывателем, со всеми делами. Вот я уже его немножко пальцами прочистил. Не знаю, насколько я везучий, невезучий. Здесь вот она лежала. Я его выкинул. Здесь очень много железяк было. Очень много, полно. Целая куча, целая гора всяких. Вот. Пожалуйста. Ну, кто-то там говорит, что я ёбнутый или как-то там. Ну, наверное, немножко есть. Ну, короче, повезло, наверное, опять. Почему повезло? Сейчас-то те мины были без взрывателя, я так понимаю. Может, вообще учебные. Здесь, я так понимаю, этот совершенно боевой снаряд. Ну, я так понимаю, я в стройбате служил. Я не знаю, честное слово. Ну, посмотрел, насмотрелся всяких роликов, видиков. Я думаю, это более-менее серьезная вещь.